Хочу показать такую совершенно чудесную книжку. А4 формат. В принципе, чистенькая, классная. Ну, единственный нюанс у нее только в конце я покажу на содержании. Леонид Мезинов. «Весенний рыболов». Издательство «Малыш», 89-й год. В остальном книга в прекрасном состоянии. И очень мне нравится. Ну, прям очень. Но я не могу. Тут все классное. Рисунки винокура. И каждый разворот, посмотрите, как оформлен. Это, конечно, не сказки, это стихи. Но стихи совершенно чудесные. И каждая страничка так оформлена. Вот на каждой странице есть какие-то классные иллюстрации. Ни одной нету пропущенной. Очень классная книга, вот на самом деле. Можно и детям брать, читать. Посмотрите, с удовольствием будут смотреть, слушать. Можно брать в коллекцию, потому что чудесные иллюстрации. Очень хочется все показать, но не получается, конечно. Что-то пролистывается. Посмотрите, ну как? Как это можно не купить? Очень крутая книга, как по мне. Не знаю, мне кажется, не найдется человека, который скажет, что ему не нравится. Просто каждый разворот с чудесной иллюстрацией. Единственное, вот это вот на содержании какой-то ребенок что-то порисовал. Вот ручкой просто нарисован. И все. В остальном книга в идеальном, просто в идеальном состоянии. Совершенно чудесная, классная. Как читать детям, листать, так и в коллекцию в какую-нибудь. Классная.